Ну вот сюда бы повешали, вот так бы его. Не, держи в руках, что-нибудь показывай, читай. Что-нибудь показывает, читать. Интересно, я очень похож на Дмитрия Олеговича? Ты не похож. Не похож, да? Нет, ну либерал спереди еще. На кого? Я не знаю на кого. На Гарика Сукачева. Сукачева. Всем привет! Кто там к нам присоединился? Да, собственно. Всем привет. Не, вон 14 человек уже. Всем привет. В общем, пока связь, где-то находясь между Читой и очередной Опой, мы решили с вами поговорить. Не знаю, правда, зачем. Но затронуть вот... животрепещущиеся темы. А, у нас это называется... Нет, это называется, как это? Видеоподкаст. Вот так вот у нас будет. Ну, пусть да, будет, да, пускай, пускай видеоподкаст. Всем привет, да, там, помахали мы всем. Вас уже целых 33, сразу сказали, идите нафиг, 5 человек, и тут осталось 26. Но, тем не менее. Для тех, кто не знает, привет, привет. Мы едем с Владивостока в Сочи. Сегодня мы уже отмотали третьи сутки. 3000 километров, где 2900. В данный момент проезжаем... 3037 километров. В общем, одну примерно треть. За сегодня мы уже проехали 1698. Ну, то есть вообще не вынимая. Да, больше суток ехать. Ну-ка, например, если я вот так поставлю, чтобы у нас... Да, вот так пойдет. Будет. Да, держи его так. Почему? Ну, люди показывают. Доступим. Люди уже в хоккей играют. Где? О, точно. Пожалуйста. А как тут переключить в вашем телефоне правильно? Точно. О! Представляете, люди играют в хоккей на озере. А в Владивостоке еще плюс, а здесь уже давно минус. Кстати, мы сегодня... Минус 10,5. Ночью ехали, почти что минус 30 было. Ну, в общем, у Читы не очень интересная панорама. Смотрите на Дмитрия Олеговича. Ну да, достопримечательности особо нету. Так, что я еще хотел сказать? Мы проехали 3000 с копейками, то есть где-то 30% загрузки нашего путешествия готово. Я думаю, что впереди самое сложное у нас. Это путь от Читы до Красноярска. До Иркутска. До Краснодара. Красноярск. Красноярск. До Краса. Сказали до Иркутска. Сложнее, до Иркутска. А потом проще. Ну, мы уже не ездили, мы не знаем. Да, я вот от Краса ездил, а в этой стороне не был. В общем, решили искупаться на Байкале. Там, говорят, лед еще не очень стал, только это по самой... Это ты решил. Давай не обобщай. Все идиотские решения твои. Все идиотские решения мои. Ну, кроме решения поехать своим ходом. То есть это все это перебило, все-таки... понимаешь, это все просто перемахнуло мое купание на Байкале и так далее, и так далее. Надо вот. Галю с собой взять еще. Ой, если мы Галину Андреевну с собой взяли, я думаю, мы бы уже... Она нас где-нибудь закопала бы примерно сегодня ночью в минус 30, и ничего страшного, лопату бы даже не сломала, закапывая нас. Всем привет-привет, кто присоединяется, еще раз рассказываю, мы едем откуда-то из Владивостока куда-то там в Сочи. Короче, миграция из холодных в теплые края с переменным успехом в сибирских регионах с минус 30... В общем, вы меня поняли, очень холодно. Начало тут. У нас веселое, конечно, было. Да, начало было веселое, кто не видел, не следил и кому лень смотреть 500 миллионов наших историй, у нас отвалилось... Сначала одна ступица через 200 километров на прицепе, потом через 1000 километров еще одна ступица, а потом мы сутки потеряли, как называлось это место? Новобурейск. Просидели сутки, пока ребята нам перебрали все 4 ступицы полностью. На осень они нам полностью заново сделали оси, поставили новые, под новые ступичные узлы, а не ступичные подшипники, как у нас было. И все, мы сейчас едем уже... 1700, да, только после этого проехали нормально. Только у нас раньше были тормоза, хоть электрические, типа они не работали, не были подключены. Сейчас мы едем просто без тормозов, в гололед, на одном крокодиле, который весит 2 с лишним тонны и везет за собой столько же. Поэтому я не знаю, как мы поедем, все перевалы и все-все-все остальное. Ребят, спасибо всем большое, кто желает нам там хорошей дороги. Спасибо хейтерам, кто не желает нам дороги. Спасибо, да, хейтерам. Так. Так, перед Иркутском перевал, говорят. Ну, Геленджик, да. Всем привет. Да не, в целом-то дорога. До Геленджика еще нормально так пилить. Да, до Геленджика. Ближе так. К теме надо будет. Да, Джуба, после Джубы там все начнется. Веселые Уральские горы, я думаю, мы без проблем проедем. Там 500 километров вверх-вниз. Ничего страшного. План сегодня доехать до Улан-Удэ и там заночевать. А завтра уже рвануть за
Улан-Удэ ночевка, да, сегодня. Сколько у нас там показывает? Сейчас я вам покажу. 640 километров и ехать 8 часов 40 минут. Где он? Да, вот. Вот. Странный, конечно, навигатор. Ну, ладно. Почему? Ну, не знаю. Вот Иркутск было написано 1079 километров. Да, Иркутск. Это до Улан-Удэ 640. Это понятно. Привет, 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 привет. Народ приходит, уходит. Сейчас я вам покажу. А давайте вот, не знаю, там, как это, викторина, вот, давайте с дядей Димой поговорите, не знаю, позадавайте ему вопросы, да. Мы поговорим. Вот написано, Дмитрий Олегович, что вы курите? Типа, поделитесь составом, написано. Черт. Поэтому, наверное, и А, вам замес поднимает настроение? Да нет, на самом деле, вчера сидя на белом камне, оно как-то, знаешь, вывалилось вместе с этим всем. И настроение, да что он там поднимает? В поинтересовать какие-то дурацкие картинки, ну, да, слушай, ну он там молодец. Больше, ну, такое, ну, это же злые шутки. То есть, есть добрые, а есть злые. Это типа тролли, которые сидят на диване и больше как рисовать вот такие картинки не умеют. Ну это такое, это называется сортирный юмор, вот так вот. Да, однобокое выставление, типа вот, посмотрите, вот эти, блядь. Если бы, это знаете, из разряда отрицаю, предлагаю, он ничего не предлагает взамен, просто, ну, всякую хренью занимает. А, о, динамик я закрыл, простите, пожалуйста, да, о, теперь, надеюсь, будет хорошо и меня, и Диму слышно. Были какие-то вопросы, сейчас, подожди. Отпустите Галю на Бора-Бора. Вот сейчас Дима доедет до Сочи, заработает сначала на бусики, а потом еще чуть-чуть на трусики, и возможно она сначала и поедет. Я вот сейчас потеряю, пока доеду. Ох, сколько мы денег, да, потратили. Ремонт, блядь, в этой тележке нормально стал в итоге, в общей сложности. Причем мы потеряли полностью, ну, сначала одно колесо сделали, потом второе колесо отвалилось, полностью две оси починили, плюс покрышку потеряли новую, ну, то есть... А, мы топили лед, да, кстати, кто не видел, в сторисах где-то в актуальных у меня или у Димы, посмотрите. Короче, только вот на ремонт 50 тысяч ушло, и до этого ушло почти 20-ка на обслуживание телеги перед поездкой. Ну вот, прикидывайте, только 70 тысяч я потратил на, блядь, телегу. Так, нам говорят, дату прибытия говорите, мясо мариновать пойдут, а куда именно? Мы как какую минимум... точку прибытия? Да, в какую точку прибытия? В Сочи мы рассчитываем доехать, знаете, когда? Когда доедем. Вот тогда мы рассчитываем доехать туда в пень, загадывать что-то. Это такая тема нехорошая, неблагодарная. Кто на марке в СДЧ поедет? А мы решили, в общем, что на марке поедет кто? Тот, кто заплатит за него больше за аренду. Вот отвечаю. Да нет, на марк не поедет в СДЧ. Да что нет? Не, он сдаваться не будет. Не будет, да? Нет. Ну давай сдадим. Чем, да, давай дорогу отобьем. Нет, там. Да, я думаю, что отобьем. Мы его там сдадим так, что фланкеры купим. Не, Марк, то есть, почему мы, зачем вообще едем в Сочи? В Владивостоке зимой нету движухи вообще никакой. Ну там она тухлая. То есть есть тухляки, которые там хотят ездить бесплатно и как в футбол играть, то есть, чтобы им практически там еще и колеса дали. А, да? Там, да, а так можно было? Нет, так нельзя. Поэтому не получается ни хрена. Вот. Короче, я устал от этого всего зимнего негатива и решил школу на зиму перевести в Сочи. Тем более поговорили с Петровичем, говорит, хорошая мысль. Ну и все, и надо ехать. Решили поехать, тем более уже есть желающие. У меня там несколько учеников тоже переехали в Сочи на зиму, чтобы получить. Мигрировали, да, короче, ну, на да, юга. Вместе со мной, типа, ты туда, значит. Галина Андреевна присоединилась. Мы уже, Галина Андреевна, обсудили ваши и трусики, и бусики, и Бора-Бора. Так как вы прошляпили эфир, когда вы туда поедете, и когда у вас это все будет, вы узнаете когда-нибудь потом. Так. Запись сохранишь, а потом посмотрим. Да, так, привет с Бишкека, кто едет на марке. На марке едет школа. Дрифтом мигрирует с Владивостока. Это школьный марк, он не для соревнований, он для обучения. Он стоковый, ну, абсолютно стоковый двигатель, ну, у него там буст только поднят, и все. Ну да, коробка и сцепление у него нормально, у него гирсет стоит, и этот, Эдель двухдисковая,
деферная. А Эдель это что такое? Это сцепа. Это Аджесная, которая? Да, да, да. Это ну не Аджес, это Эдель. Это бренд такой. Ну, Аджес торгует. Да, торгует. А что, как вообще? Слушай, ну оно. Ну, оно себя зарекомендовало уже хорошо, потому что Марк 110, он вообще на школе у меня завязан полностью, то есть на обучении. А сотый он больше заточен на дрифт-такси. И вот на обучении машина. То есть мы заменили сцепление, поменяли два диска и промежуточную пластину мы поменяли после 300 часов занятий. Ну типа моточасы, да? Ну да, тут же не пробег, но. А типа моточасы. То есть, ну а фактически час занятий это там какие-то новички, которые тапку в пол давят, сцепу жгут, палят ее. Ну, вот спрашивают, сколько стоит обучение в Сочи? А в Сочи урок двухчасовое занятие 56 тысяч. Меньше нельзя, ну больше можно. 56 тысяч это с одной парой покрышек, если вдруг за 2 часа сотрется вторая, то придется... Ну вы, в общем, понимаете, Сочи это такая тема, чем выше горы, тем ниже приоры, дороже цены и так далее. То есть Сочи... цены, да, там не мы определяем. Да, это зависит от того, что, видите, приходится даже тачку с собой везти, потому что там все очень дорого. Не смогли, в общем, кстати, были люди, которые пытались из Дмитрия Олеговича укатать на BMW, собрать там на GZ, по дешману, по бырому, куча запчастей. Нет, я хочу, что, ну, я должен быть уверен в машине, потому что 110-ик, он прям, ну, очень хорош. Он, да? во-первых, должен, ну, то есть для обучения машина должна там рулиться. Там, то есть мы ее готовили для того, чтобы она помогала обучаться, а не мешала. То есть она действительно хорошо управляется, рулится, на ней элемент, то есть, ну, нужно быть уверен, что машина это может делать. Ага. 110-ик это может делать. Так, так что вопрос, все с этим понятно. Что-то кажется у нас это... Плюс надежность машины. Она тоже самая такая важная составляющая. Это же машина, которая как бы... Ну, а, да? Школьный инвентарь. Я думал, что дрифт это в целом романтика ремонта, нет? Да, да. День последнего болта там... Когда на BMW ездишь, тогда да. Ой, ладно, все, ты еще скажи, что Toyota говно. Ну, возвращаясь к Toyota, вот хорошо, что мы поехали вообще на Mercedes. Да, кстати, ты мне сегодня всю ночь утверждал, что Toyota говно. Говно. Да, о чем мы везем Toyota? Нет, ну это другие цели и задачи. Вы заметили, кстати, иронию, да? Немецкая машина, которая в принципе на Востоке не может существовать, везет японскую машину туда, где в принципе японская сейчас не может существовать. Кстати, мы из одной широты переезжаем в точно такую же широту. И Томску тоже дом. Привет. Так, привет Димону от Букреева. О, привет. Букреева знаем Букреева. Много. Букреева от Димона. Букреев у нас еще в Казахстане есть. Это Миха. А это, видимо, Миха, да, потому что я его не вижу, не знаю такого. Миха Бог, да, написано. Бу. Да, да, да. Да. О, Федоров. Федоров GX90 присоединился. Видимо, не наш. Другой, видимо. Видимо, другой Федоров. Привет Томску тоже. Откуда у нас связь? Ридер Карго спрашивает. Да. Откуда? Ну, мы типа едем от Читы, говорят, здесь, наверное, видимо, опа мира уже. Так, жаль, что у на нас Дальнем Востоке. И Билайн. Ты пальцем не тыкай, запачкаешь телефон. У нас, да, все связи с собой, так что все. Жаль, что на Дальнем Востоке дрифт закончился. Нет, на самом деле, Саня, он не закончился. Он просто уехал на юга в теплые края. Он просто края. Ушел на зиму. Спячка. Да, зимнюю спячку. Слушай, что я так тыкаю у тебя здесь, и у меня что-то так тыкается. А, все. Ага. Welcome в Сочи. Сочи, темные ночи. Давайте, встречайте. Так, Toyota Hua и Poe Aba... Нет, таких словей мы не знаем. Короче, классная тут, тачка. Мы тут с Демой ночью закусились. Я типа, блин, Прада ему нравится 120-е, точнее, а 150-е вообще песня. Я говорю, ну не так я сказал. Так ты сказал. У меня просто 120-й был, и мне нравился, он меня не подводил. 120-й Прада это говно сраное. Некомфортный УАЗик. Ну да, он как бы лучше, чем УАЗик, но фактически это УАЗик. Честно говоря, я вообще не буду. Я не говорю ничего плохого про Мерседес, потому что ему еще вести нас далеко. Потому что, ну слушай, ну ты вчера просидел за рулем 16 часов. И
что тебе некомфортно? Ты не та. Ты бы на празднике через 5 часов бы вышел, колеса пинать, чтобы я. Слушай, я без остановки 72 часа в Крас ездил с тележкой. Еще из границы. Ничего, и потом никакой-то был. Почему? Я отлично на следующий день катался. Грехи, никуда, никуда не попадал. Грехи даже бампер снес в дождь. Вот, в первый день. Попадал, но помню. Это другое. Я вообще просто ездить не умею. Это другой вопрос. Тут не в этом дело. Тут просто ты на празднике ездишь. А, да, из-за этого. Правда, говно. Ну, ну ладно. Тут мы едем на комфорт. Марк хороший, правда говно. Спокойненько тянем, блядь, тележку. А вот там уже молятся, кстати, за нашу коробку. Обучение стоит. А я думаю, Дмитрий Олег... на Мерсе. Ну, а что ты с ним? Ну вот молятся, не знаю, что так-то там. Так-то не гоните, блок этих гидроблок поменят. То есть косяков нет, а так коробка-то надежная. Это Миша молится. Сколько стоит будет обучение? Обучение мы уже говорили. Я думаю, что Дима скоро сделает пост на эту тему. 6000, 2 часа занятий. С одной парой покрышек. Накинул говна на вентилятор. Насчет того, что Мерседес говно, а Тойота классная. Вот. Не, ну просто нет. Мне просто написало много в личку, типа, на Мерседесе, да ты гонишь. Да ты чё? Люди, вы просто не ездите на Мерседесе. Я же не просто так взял такой, о, поеду. Да, мы тут едем по очень ровной дороге, и нас совсем не трясет, типа Мерседес, там все дела, лобаш целый, там, дырок. Лобаш нет. Специально не меняли, дорогу. Нет. Что же, блин. Коврика нету водителя, а так Мерседес классная коврик тачка, есть. Да. Резиновый коврик, блин, специально вот таким свиньям, как ты, вот ты входишь, блин, говно наступило, сел, вот. Это вот резиновый коврик для тебя, а родной для меня. Да-да-да. Так, спасибо большое. Да, мы постараемся легко доехать. В чем не очень уверен, если честно, за последние 3 дня. Но не, это. Ну, начало такое. О, что там за дыра? Все починили, поэтому дальше двигаемся нормально. Да, были несколько моментов, которые были непонятны до выезда, потом они стали понятны по пути. Я думаю, что все основные косяки мы исправили, и дальше будет лучше. Так, что-то чувствую я. Да, народ, всем привет. Сейчас еще. Давай, Дима, поехали дальше. Что там у нас? Блиц-опрос, пока интернет есть. Блиц-опрос. Так, ну. Так. Расход, что там? Расход топлива, например. Смелая авантюра. Авантюра, да, зимой поехать 10 тысяч километров от края до края России. С прицепом. С непонятным. Так-то ладно, он впереди где-то скрип едет. На чем он, на фити? Я, кстати, не знаю, да, Скрипников Егорка еще едет. Он пытается нас все обогнать, но вместе со своим верным товарищем не очень получается, потому что его друг не хочет его менять. Говорит, что у него лапы не оттуда растут, и хвост мешает сидеть за рулем. Но вот мы, я думаю, где-нибудь догоним, и Егорку обязательно увидим еще. Касательно авантюры, да, это весело, забавно, мы легких путей не ищем, ну и все в этом роде, вот как-то так. На самом деле, ну, она не просто так появилась, авантюра, сейчас проблема отправить машину оперативно, быстро из Владивостока там на запад. Очереди большие, ЖДшка загружена максимально, поэтому и автовозы тоже максимально все загружены, ожидание 1.5-2 месяца. Ну и, соответственно, у нас нету столько времени ждать. Решили загрузиться и помчать. Да, в пути рассчитываем, вообще рассчитывали где-то в среднем 1000 километров в день ехать, но с последними приключениями решили больше не загадывать. Зато пересмотрели все сериалы. Уже сегодня накачали новых, будем дальше лицезреть. Очень, кстати, прикольно, едешь, не отвлекаешься. Дмитрий Олегович замутил, короче, вот такую мощняцкую модную фигню. Ну, да, я показать хочу, да. Он сделал сюда магнитики, сюда поставил 2 штучки. У нас теперь вот такой мощный, модный, стильный телек. Ну, подожди, иди сейчас. Сюда. Взял, все сломал. Это ты сломал, нахера ее надо было делать? Просто ну, я показывал. Хотел показать, какой у нас классный большой телевизор. Ну, что ты прям? Сейчас мы его сделаем. А что, там стилус еще есть, что ли? Да. Ну, нифига себе. Так, кто у нас еще что-нибудь спросил? Никто у нас ничего не спросил. Мне кажется, у нас интернет. Как вообще связь у нас? А, вот, что-то спросили, подожди. Хороша та машина, за которой следишь, которая нравится. Главное, разные машины для разных условий эксплуатации. Да, назад по-любому на автовозе, но потому что сейчас нет возможности ехать на нем, большая очередь и все остальное.
А по весне, когда Марк поедет обратно домой, уже поедет на автовозе, не торопясь. Да, Марк поедет домой, Мерседес он либо продастся там в Сочи, либо останется уже под сезон RDS GP и будет поджопная машина. Что мы смотрим? Значит, что мы посмотрели? Мы посмотрели Люцифера, 5-6 сезон, да, досмотрели? Досмотрели, да. Видеть досмотрели второй сезон. Чему еще? Что-то еще мы смотрели. Этот мы смотрели. Вот, заканчивали на чем? Мандалорца мы посмотрели второй сезон. Смотрели. И что-то. Что я досматривал? Ведьмака посмотрели. Ведьмака. Да, вот я Ведьмака не видел. Ну, я еще раз посмотрел. Мы еще качнули второй сезон. Как там? Углерод. Видоизмененный углерод. Ну говорят. Как? Ну, посмотреть можно. Ну, это первый мне больше понравился. Я уже смотрел, да. Потом сегодня качнули «Звездный путь» Пикар. Я не смотрел еще. Посмотрим. Уссурийску тоже привет. Про обучение уже говорили. Будет стоить оно 56 тысяч 2 часа с одним комплектом покрышек. И если прям по обучению интересует именно в Сочи, давайте вы, наверное, Дмитрию Олеговичу пишите в личку, он будет персонально всем рассказывать. Запись уже есть, я так понял, что там сейчас с декабря прям уже загруз полный и записываться надо заранее. Вот, представляете, очередь в Сочи на дрифт-школу. Жесть. Возьмешь меня к себе механиком? Тебя? Да. Сколько хочешь там остаться? Сколько платить будешь? А что мне в Москве делать? Нечего. Нет, мне в Москве делать нечего. Сейчас еще Жека еще приедет. Короче. Не, на этапы-то я по-любому на СДЧ буду прилетать. Сейчас билеты-то недорогие. У меня же теперь модная система лояльности у Севена. 4000 рублей туда-обратно в Сочи полетели. Нормально. Да. Это поэтому что, я Что за тема? А вот так вот. Я с 50% скидкой набронировал несколько билетов перед СДЧ. Просто набронировал. Да. Так как я лояльный клиент, они у меня висят брони, меня за 3 дня только снимают. Вот. Что там еще? Да народ присоединяется, но смотрит, выходят, говорят, ты не очень красивый за 3 дня, опухший. Ну, есть такое. Да. Поэтому что на тебя смотреть? На меня тем более. Дорога пока вот как-то так. Вот если она будет такой, это будет хорошо. Вы сегодня не представляете, какой ночной ад нас преследовал. Это прям было минус 30. Было прям очень-очень много всего. О! Земцев присоединился. Ого! Да. Ого. Земцев, ты представляешь, целый Земцев к нам пришел. Тоже привет! Да, Читу только что мы проехали. Да, Земцев за нас, конечно, переживает. Он прям следит. Ну, там уже Колосев переживает, он там уже готов нас встречать в Иркутске. Да, у нас мы, кстати, поедем через Мекки, дрифта, все проедем, и Иркутск как раз. Привет, привет. Так. Марка сгружать не будем. Марка, или... что, давай на красе. Да нет, он хорошо стоит. Ну, нормально, что? Нет. Там возьмем его на шину кого-нибудь оденем, там же уже этот, зима нем, идет. На нем-то стоит. Привет, привет. Ой, Федоров к нам присоединился. Илюха, что ли? Ну, видимо, Федоров дрифт, это же Илюха у нас, да? Илюха, привет. Самоварщик еще тут. Вот и Вова тут, да, все тут прям. Так, какой-то вопрос. Так, мы прошлым январем с Владикой неслись в Амурку на ралли, чтобы на разгрузку автовоза вовремя приехать на форике. Скажу, что устали уехать без остановки. Ну вот мы почти без остановки, почти что трое суток. Ну, поспали нет, чуть-чуть. Нет. Без остановки мы сейчас 26. У Галины Андреевны там это ревнушка заиграла. Говорит, вы мне так не радовались, как Земцев в эфире. Ну прости, Галина Андреевна, мы тебя буквально 3 дня назад видели, а вот Земцева уже с месяцочек как. Как тут не заскучаешь-то? Не звонит, не пишет. Дима опухший, потому что на Мерседесе. Ехал бы на крузаке, все нормально с ним было бы. Крузак бы сдох уже. А в Сочи всю ночь шел дождь. Земцев, ну ты теперь Галину Андреевну опасайся, а то это, она-то долетит, чтобы тебе не прилетело. Ай-яй-яй, без категории едешь, а говорят,
Там уже тук-тук-тук делают, Иркутск, тук-тук-тук, Улан-Удэ, пык-пык-пык. У тебя есть категория. А у меня есть, да, поэтому меня взяли как прикрытие. Я это, подменное, подменный подкидыш. А ты вообще знаешь, у меня нет категории? А угадай с трех раз. Вы угадали. Сам-то только получил, и то сдал, не сдал, в очереди все стоял. Ну, видимо, сдал, раз теперь он не чит. Так, кто нам еще там что написал? Хоку. Анатолий Зежец Хоку. Кто значит Хоку, не знаю. Хоку, это 4-стрижный. А, Хоку? А, да, вот так вот. Ну, давай, Хоку, что ты? Что, надо Хоку? Да. Ну, правда, попросили кого-то другого, но давай ты мочи. Да не, допустим, я сейчас не придумаю. Да ну, давай, башка, давай. Башка не сильно. Будешь как Акин. Казахский, там, кто нет, у нас? Не мое, у нас тихоплет один только. Нет, вот. Федоров говорит, не получил, он понял, да? Не получил? Да. А, ты че, лошара, почему, блин? Че, говорят же, что вроде это, в очереди стоял. На раздачу пирожков. Не, он должен был на сдачу. ЦЕ есть у него. А, ЦЕ. А ему надо БЕ? А, не знаю, в российских правах я не силен. ЦЕ, это такое нормальное. Почему как? А, видишь, по роже написано, что нарушаешь прям. ЦЕ есть, а ВЭ не едет. По умолчанию могли бы дать. Короче, нас за 3000 километров остановил один полицейский. Один раз полицейский. И то остановил для того, чтобы сказать, а у меня такой же марк. Он про страховку спросил, главное, а документы на телегу даже не посмотрел. А, да? И будешь как Нуртас местный. Документы на 110-й. На 110-й вон техпаспорт есть. У нас, кстати, новые модные фотки. А кто там вписан хозяином-то? Я. А, да? Что, твоя машина, что? Смотрите. Прям как есть. Натурел продукт, единственный в своем роде. Наверное, настоящий техпаспорт. Красный значит гоночный. Смотрите, еще даже без отметок. Но я думаю, это где-нибудь поучаствует. И отметится, да. Скажут там. Переделать все. Не планировали участвовать. Ну, это ты пока не планировал. Сейчас мы доедем туда. Кто-нибудь тебя раскулачит. Так, что-то у меня тут. Не продается, ничего не покупается. Иркутска, вот я тебе хоть раз, если бы там что-то продавалось, я бы вообще чемпионом Казахстана по дрифту стал. Ну тут извините, когда я служу, я не продаюсь. Ну я же, когда ты приезжаешь, потому паспорт забираю у тебя. Если бы я продавался, я бы, наверное, все-таки на более свежем Мерседесе ездил. Это же когда прилетаешь в Казахстан, я у тебя паспорт забираю. Ну что толку? Ну, потом же отдаешь. Я же пока не... Соображает. Ну, подключилось-то сколько? Ну, я завершаю, он 28 минут.